Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня видео по приложению. Он работает без вложений. Значит, «Автоденьги» называется. Устанавливаем на компьютер приложение, и он нам приносит доход. Вот он у меня на рабочем столе. Это как рекламная такая площадка вот на серфинге. Вот она у меня крутится весь день и приносит мне доход. В данный момент вот здесь да, тоже баланс 18.96 у меня на балансе. Так, но прежде чем установить его, нужно отключить антивирус, потому что он не пропускает. Ну да ладно, я хочу вывести денежку. Минимальный вывод отсюда 15 рублей. Значит, нажимаю «Вывести», но прежде чем выводить, в настройках, вот здесь настройки, укажите номер кошелька WebMoney, потому что платит он на платежную систему WebMoney. Так, реквизиты. Значит, ваш баланс 18.97. Так, 96 у меня. Так, минимально 15 рублей. Так, кошелек у меня прописан. Значит, что? Смотрите, вывод осуществляется моментально. Все выплаты более 100 рублей обрабатываются вручную. Проверка некоторых заказов может осуществляться до нескольких дней. Ваш заказ выплаты обязательно будет обработан в порядке очередь. Здесь связаться можно со службой поддержки. Так, надо сейчас я перезагружу. Вот немножечко мне, чтобы было 18.90. Видите, здесь заказать выплату, она может не пройти, потому что здесь по умолчанию стоит, как бы они округляют эту сумму, да, 97. Надо немножечко подогнать. Сейчас я ее подгоню и поставлю на вывод. Так, ну что, я нажала сумму выплатить, и вот у меня, смотрите, вот все-таки вывелось, даже вот у меня минус вот столько вот денег. Ну, я думаю, они высчитают, что накапает. Значит, что? Отлично, выплата успешно обработана. Платеж отправлен на кошелек на WebMoney. Сейчас я перейду на WebMoney и покажу вам вывод. Значит, вывод произошел у меня инстантом. Значит, смотрите, детали операции. 18.97 ВМР. Комментарий «Автоденьги». Логин «Моя электронная почта». 5.12.18 года. 9.31 время. Замечательно. Проект платит. Я довольна. Я так давно его хотела установить. Но я боялась то, что по незнанию своему, что антивирус не пропускает. Думала, мало ли там вирус. Ну, потом я уже как бы освоилась немножечко в интернете, да, и уже как бы отключила этот антивирусник, вот, и установила приложение. Здесь ничего сложного нет. Значит, как бы вот у меня все работает она, и пусть работает. Так, что я еще хотела? Вот здесь партнерская программа, вот, и находится наша партнерская ссылочка. Вот. Кому интересно, пользуйтесь. Ну, не интересно, пройдите мимо. Мне вообще мой компьютер приносит постоянный доход. Так. Так, что-то мне даже аж потемнело. Значит, что? Так. Что-то у меня потемнел экран. Значит, смотрите, вот здесь у меня что? Вот у меня и глобус мой стоит, прокси веб, и все у меня доход, доход, доход. Ну что, на этом буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. Буду продолжать по выводу мониторить этот проект. До новых встреч!